Так, друзья, привет! Мы на объекте Калужской области. Да, масштаб наших работ растет. Вот Сережа, тут он главный по всем работам. Сейчас будем его допрашивать. Сережа, здравствуй. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую на нашем очередном объекте. Заказчик наш изъявил желание обновить свой фасад. Вот, сейчас... Сереж, а здесь уже, я так понимаю, прошли... Да, процесс шлифовки, да? Процесс шлифовки. Можем посмотреть, где еще не шлифовали, чтобы сравнить? Да, конечно. Пойдемте, друзья. Так, вот она винха, да, укрывная? Вот она винха. Ну, за 7 лет. Дому 7 лет. Ну, я так предполагаю, что здесь было покрашено не по системе именно, потому что винха стоит 15 лет, то есть если она покрыта по системе. То есть здесь местами видно то, что не проходились именно шлифовкой, то есть здесь не вышлифовывали именно древесину. Поэтому, И прошло отслоение, да? Да, пошло отслоение, то есть, ну, даже для непрофессиональной покраски 7 лет, то есть, винха показывает себя очень достойно. Получается, у нас сейчас этап 80-й наждачкой мы прошли здесь. Дальше будет проходить 120-й, это выравнивающее. А покрывать чем будем? Покрывать либо маслом Renner M300, как всегда, либо также винхой. И опять же забудем на 15-20 лет, если по системе сделаем. То есть 15-20 лет фасад именно простоит здесь, именно винхой. А цветовое решение? Цветовое решение либо также красным оставляем, если мы винхой красим. А вот 300-м у нас фантазия, то есть... палитра расширяется в плане того, что... То есть еще выкрасы не делали, не прикидывали? Нет. То есть заказчик определяется в цветовой палитре, и поэтому мы еще пока не определились. Друзья, не забываем, что сейчас... только середина весны, а уже работы поднакопилось очень много. Люди становятся в очередь, но мы, если вы заявите желание покрасить, обновить свой фасад, то мы рады помочь вам. Обращайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч!